продолжаем репортаж с острова. Как остров называется у нас? Великий. Великий остров. А наше название? Затерянный. Затерянный остров. Остров затерянный, но он был затерянный. Сейчас мы его уже нашли, и он уже, нашелся. Этот остров уже совсем не затерянный. Он очень даже найденный. И мы находимся, ну, я как всегда, поближе к кухне. Поближе к кухне, подальше от начальства. Это привычка с военно-морского училища, да, где всегда лучше подальше от начальства и поближе к кухне. Мне тут продуло, лицо перекошенное у меня, конечно, как буква ЗЮ. Это по поводу того, что не пользуйтесь, друзья, кондиционерами, потому что кондиционеры – это не есть хорошее устройство для нас. Что-то там я вижу еще, душ, по-моему. Ага, окей, душевая кабинка. Окей, а сейчас мы здесь уже как полтора часа уже, как здесь, нет, час, только час, как здесь на острове. Осваиваюсь, ощущение очень хорошее, прекрасное ощущение, очень-очень здорово, мне очень-очень нравится. И я рекомендую всем, в принципе, друзья, посещать почаще, выезжать на природу для того, чтобы соединиться с этой природой. Тем более сейчас лето такое короткое, для того, чтобы почувствовать себя не только как бы на природе, хотя ты и в городе живешь, да. Что в городе, конечно, на этих многоэтажках не очень-то хорошо. Это энергетики. И когда ты выходишь на природу, это, конечно, просто замечательно. Это очень здорово. Просто класс. Это, ребят, такое обалденное состояние. Сосны, река, Днепр. Просто чудесно. Один запах только чего стоит. Аромат. Просто божественное состояние. И водичка теплющая. Сейчас пойду покупаюсь. Надо искупаться. Обновить сезон купальный в Днепре. В этом году еще не купался, хотя уже сегодня 1 июля. Но, тем не менее, до купания еще не доходило в Днепре. Хотя, в принципе, где я купался-то? Ну, только на Крещенские морозы было. Но это было в озере, но не на Днепре. Потому что от Днепра я далеко живу. Окей. Ну вот, в принципе, все. Увидимся снова, друзья. Попозже. Сейчас я пойду обогрею воду Днепра. Hi, bye. Увидимся, guys.